Дорогие друзья, я в своей жизни встречал Новый год в совершенно разных местах. Это и были Соединенные Штаты Америки, это была Ямайка, это был и Вьетнам, и Индия, и Непал, и совершенно разные страны по миру. Но путешествуя по миру и вот так встречая Новый год, я понял одну важную истину, что все-таки Новый год – семейный праздник. И не зря мне мои родные и близкие говорили об этом, когда я был еще совсем маленький. Так вот, уже последние 4 года я встречаю Новый год в кругу своей семьи, своих любимых и родных, своих самых дорогих людей. Я желаю вам того же, чтобы вы помнили и знали, что Новый год, особенно новогодняя ночь, должна объединять вас, чтобы вокруг были те люди, которые любят вас и которых любите вы. Будьте счастливы, берегите друг друга.